Человек хочет, чтобы жизнь ему давала, он должен жить со знанием восклицательного знака. Если чтобы забирало, под знаком вопросительного знака. Таким образом, если человек все время задает вопросы или кого-то, если человек все время задает вопросы, а как сделать, а что делать, а как же быть и что делать, то не будет приходить материальное благополучие. Живите наоборот. Восклицательный знак — это когда человек восхищается. Вот это да, скоро будет, надо же, я попробую, снова попробую и так далее. А не ой, почему не получилось, у всех не получилось, почему ни у кого не получается, а у всех людей. Вот так нельзя.